Get Movies. Канал для всей семьи. Я недавно их видал. Не поймал лишь малость. Только папа мне сказал. Просто показалось. Поймать их невозможно. Нельзя напасть на след. А кто такие фиксики? Большой-большой секрет. Большой-большой секрет. Фиксифон. Дим Димыч, угадай, что у нас есть. Лучше вы угадайте. Банан, машинка, шоколадка, пистолетик. Ха, не угадал. Папа себе новый телефон купил, а мне старый отдал насовсем. Ух ты! А у вас что? Ха, тоже телефон. Лучше это фиксифон. У папуса новый фиксифон, а старый он Симке подарил. И звонить по нему можно? А как же? Да я покажу. Папус, привет! Привет! Зачем звонишь? Да просто так. Нолик, не отвлекай меня по пустякам. Ладно. Видал? Ну, звоните, мой телефон умеет. Людям-то умеет, а фиксикам нет. Фиксифон – это умный телефон фиксиков. По нему фиксики не только звонят друг другу, но и выходят в специальный фиксиковый интернет. В фиксифоне есть и камера, и фонарик, и новости, и игры, и фильмы, и фиксипелки – любимые песенки фиксиков. И дети рады, и взрослым хорошо, потому что фиксифон всегда может сообщить родителям, где находится их ребенок и не попал ли он в беду. Не так давно у людей тоже появился умный телефон, или как его называют, смартфон. С его помощью можно и звонить, и заходить в интернет. Смартфон легко заменит целый компьютер. Но до фиксифона ему все-таки пока далеко. Это, конечно, круто, но игры и у меня есть. А такое есть? Погляди-ка сюда. Ну, мышка. А теперь сюда. Ой! Его же тут нет! А тут есть! Это еще не все! Мышка помогает управлять компьютером, когда вы ее двигаете. Понял? Никто фиксика не видит, а ты видишь, и он тебе помогает! Супер! Вот бы мне такой фиксифон! Ты что захотел? Ты же не фиксик! Эх, жалко! Пойду что ли в школу? Расстроился! Даже телефон свой забыл! Есть идея! Он звенит и гудит, и поет как птица. И в игрушку сыграть телефон годится. Дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день. Телефон годится. Телефон заменил мне сестру и брата. Он и вместо часов, и фотоаппарата. Дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день, фотоаппарата. Видно, пальцем вы не тем кнопку нажимали. Здесь такие не живут, да не туда попали. Дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день, дрин-дрин, целый день. Попали! Успели! Крыш! Ой, а это же... Сюрприз! Вот это да! У меня теперь свой фиксифон! Такой же, как у вас! Ну, почти! Дим Димыч! Дим Димыч, дай-ка позвонить с твоего телефона, а то я свой не могу найти.
Ого, ты все здесь поменял? Где тут я? Наверное, папус. Ну и Инечка ты мне придумал. Нолик, я занят. Прекрати хулиганить. Ой, кто это? Это не Нолик. Кто это? Кому это я позвонил? Мужчины, а чей это телефон? О, мой нашелся. Бегу! Потом сверим номера. Ой, летит нам от папуса. Дай-ка, Дим Димыч, я удалю отсюда все номера фиксиков. А как же я буду вам звонить? Зачем звонить? Мы же всегда рядом!